Моє вітання усім глядачам в ефірі Першого міського. Проект «Вечір п'ятниці». У студії працює Наталя Болдинська. Сюди ми запрошуємо тільки креативних, тільки творчих людей, таких у Кривому Розі. Багато. І сьогодні я рада вітати у нас у гостях режисер Сергій Кусятник і оператор Антон Векленко. Доброго привет. Вечора, хлопці. Привет. Ну, ще ви сьогодні в нас у якості авторів ідеї проекту «Ukraine How». Давайте розказувати, що це за проект, тому що багато галасу, дуже цікаво. Ми ще покажемо обов'язково і відео, але для початку трішечки от таке прев'ю словесне. Хорошо, тоді я почну. Суть в чому? Мы все как украинцы привыкли, там, на сколько лет независимости, что наша страна, она постоянно за кем-то карабкается, и сложилось такое впечатление, что мы только встаем с колен. И вот когда вот тут потолок, когда же уже мы встанем, вот он непонятно какой. И максимум, который каждый украинец себе может представить, это что у нас получится встать с колен. А мы задумали такой проект, где Украина – это вот мировой топ. Это самая передовая страна на планете, это первая экономика. А суть в том, что вот ты, Наташа, себе даже не можешь себе представить, что 1 гривна стоит 30 долларов. Ты не можешь себе представить, что люди бегут в Украину на заработки или хотят здесь поселиться. Ты не можешь себе представить, что украинские космонавты организовали колонию на Марсе. Не можешь себе представить, что Украина мирным путем расширяет свои границы, и это проходит... Абсолютно нормально. То есть Украина – это локомотив планеты, который движет ее вперед. Теперь мы не догоняем, теперь мы тянем планету вперед. Ви, ну, тобто ви це знімаєте як країна майбутнього, чи все ж таки по тому, що є наразі вже в Україні? Ті здобутки, що ми вже унікальність іменно нашого проекту в тому, що ми знімаємо Україну, яка вже стала першою. Много є там о сьогоднішніх якихось досягненнях країни, о тому, що ми можемо досягти, а ми да, це Україна, яка вже стала першою в світі, першою країною по всім отраслям, по всім якимось досягненням. Вона перша. Сказати, що це Україна... Це фантастичний фільм? Це не фантастичний. Який це жанр? Реалістичний, я сподіваюся. Это недалекое будущее в нашем фильме. Да. Вы в це вірите? Очень искренне, наивно. Як взагалі така ідея виникла? Чи щось вам так наболіло? Чи якийсь був, якась подія? Що було поштовхом? От, Сергію, ідея, в принципі, народилася у тебе в голові. Її Антон, я так розумію, підтримав і якось розвинув. І от разом ви вже її якось оформили. А що було спочатку? З приходом зими... Как бы, да, коммерция в наших съемках немного приостанавливается. Я пришел к Сергею и говорю: Серег, давай... А творить хочешь? Да, да, давай что-то снимать, давай снимать то, что не получается как бы в коммерции, то, что к чему душа лежит, творчество. Давай займемся творчеством. То есть я был таким первым пинком. Двигателем, надо что-то делать. Да. Надо вот что-то делать. И потом уже Сергей идею развил. Да, захотелось создать какой-то такой проект, который бы вдохновил бы человека хотя бы лучше выполнять свою работу, там, не знаю, остаться, задержаться на полчаса на работе, там, нет, я вот здесь где-то там чуть схалтурил, хочу вот сделать лучше, хочу сделать еще лучше, чтобы каждый чуть-чуть проникся идеей и увидел то, куда мы можем дойти, и что-то свое маленькое, пусть даже маленькое, вложить в это. Вот хоть чуть-чуть вдохновиться, стать лучше и это лучше вложить в нашу страну. Вот как-то так. Да. Цікаво, що хронометраж відео, яке ви зняли, одна хвилина вже змонтованого. Чому саме так? Очень просто. Весь проект мы снимаем полностью на свои средства, на полном энтузиазме. И мы четко даем себе отчет для того, чтобы создать тот качественный продукт, в котором качестве мы его видим, нужно больше ресурсов. Поэтому мы для себя поставили такое ограничение. Краще меньше, но краще. Меньше, но качественнее. И в таком трейлерном формате. По сути, мы создали еще один формат. Мы рассказываем историю в виде трейлера. Вот как привыкли там видеть фильмы там, в «Этим летом», тра-та-та-та-та. Вот. Но это трейлер, а у нас именно история в формате трейлера. Их да. Таких будет 5 серий. 5 серий, да, планируется. Mm-hmm. То есть зрители на основании трейлера должны, в принципе, сам додумать, понять, представить себе дальше в своей голове. Потому что Украина будущее у каждого может там по-разному, да. Украина первая, она может быть у каждого по-разному. Вот. И мы даем такую основу трейлерную, и дальше каждый зритель себе... И чтобы зритель, да, смог полет додумать. Полет фантазии, да? Да, еще додумать. Да. Команда, яка працювала, це Криворіжці, чи ви співпрацювали ще із кимось? Мы с Сергеем давно
в принципе, работаем вместе. И когда мне захотелось что-то снимать, ну, вариантов было немного, да, это... Мы давно работаем, знаем друг друга хорошо с точки зрения съемочного процесса. Вот. Ну, там актеры, кто с чем да. Все наши. Смотри, работают две команды сейчас. Это команда Антона Викленко «Дрон Фильм» и наша «Брахма Филмс». И плюс еще два актера. У нас еще запланированы там некоторые там добавления, но это Сережа Торгут из театра «Шевченко» и Маша Фишлевич. То есть мы, на наш взгляд, выбрали таких самых... Те, кто реально хотят, и те, кто могут. Вот. Конечно, это все на энтузиазме, но я очень благодарен ребятам. Причем на съемках второй серии нам даже помогали волонтеры. Нам нужны были вооруженные люди в кадре. Вот, и нам помогли. В общем, очень спасибо всем. Большая поддержка. Да, еще спасибо всем тем, кому я официально не могу сказать спасибо. Вот, но им тоже спасибо. Надеюсь, вы поняли, что я про вас это говорю. Чи є якась, до речі, інтрига у першому відео, ось у першій серії проекту Ukraine Hub? Да, причем проект задуман так, что в конце каждой серии мы оставляем интригу. И если внимательно посмотреть. Это хорошо сказать перед тем, как мы посмотрим первую серию? Да? Можно так сказать. Мы сняли нашу лодочную станцию в таком постапокалиптическом виде, а рядом с ней оставили разбитую подводную атомную лодку. Ну, після такого, я думаю, нам залишається лише подивитися, як це виглядає, тому що я особисто ще не бачила і з великим задоволенням подивлюся, що ж це за перша серія. Друзі, прем'єра на першому міському «Ukraine How». Подивимося просто зараз. Одна хвилина про Україну, яку, сподіваюся, ми колись побачимо. Я так розумію? 100%. Якою уверен. Вона має бути? Я уверен. Справді інтрига, і хочеться таке відчуття, що зараз буде продовження, але ви, ну, дійсно майстри. Заінтригувати, хочеться дивитися далі. І у мене одразу два запитання. Перше – це музика, і друге – це локації. Звичайно, тому що дуже красиві види, такий великий простір, ще й застали снігову погоду. Чи довго чекали, до речі, на неї? По локаціям, да, ми... Первую локацию вот в этом эпизоде мы весь город объездили, потому что требование было настоящий лес и безграничная заснеженная пустыня такая, да, и вокруг города мы объездили, ну, просто целый день катались, пока смотрели последнюю локацию, случайно встретили товарища, который нам назвал, где это может быть, Анновский лес, по дороге на Желтые воды, мы поехали и просто... Да, да. Одразу зрозуміли, так, да, що це воно. Да, это то, что надо. Мы туда еле попали в снежную бурю. Каким-то чудом просто проехал сельский трактор. И прогреб одну маленькую дорогу. Одну маленькую колею. По которой мы смогли с оборудованием. Проехать. Все в машине, 5 человек в машине, 6. Еле каким-то чудом туда добрались. Доля на вашему боте. На Тузе доехали, да. Но локация оправдала себя. Это действительно настоящий лес. И, как вы видели, поле без границы. А это бескрайнее поле, это тоже у тих краях? Да. Причем в городе снега уже не было. Да. Мы приехали туда, мы ехали и думали, так, если нет снега, будем снимать, не будем снимать. Там решили, что по-любому едем, а там как повезет. Але вам за задумкой снег мав бути, так? Тобто, да. Було... Да, потому что идея такая, что мы выбираем максимально красивые по картинке композиции с точки зрения операторской работы, для того, чтобы они более захватывающие, более интересные. А касательно музыки, второй вопрос. Это написал наш коллега в «Брахма Филмс» Артем Бондаренко, который выступил полностью композитором и саунд-дизайном проекта.
То есть все подчистую сделано нами. Музыка, картинка, все-все-все вот под ключ. Все ми зробили. І от це робота Артема. Скільки часу пройшло між тим, як ідея народилася, вже от озвучили ви її один одному, і коли сіли вже і подивилися першу частину? Скільки? Пару недель, скорее всего, да, пару недель, потому что идея, когда она возникла, она несколько раз дорабатывалась, перерабатывалась там. А по тому же саунд-дизайну, да, подошли очень щепетильно, спасибо Артему, дорабатывали. Ну, это высший класс, дуже. Да. От музыка, это одна из первых, окрім картинки, что одразу чіпляє. Да, да, поэтому доводили, так сказать, конфетку делали, доводили, пару недель, я думаю, где-то так. Причем ролик был готов. Наверное, за дней 10 до того, как мы его выложили в сеть, потому что 10 дней мы, грубо говоря, вылизывали пиксели и там по полдецибела подвигали музыку, потому что, ну, мы, к сожалению, наверное, перфекционисты, и хочется выдавать настолько качественный продукт, чтобы у человека даже в голове не было, что-то криворожание сделали, что-то вау, круто, вот, вот так. До речі, про відгуки, якими були перші? І кому ви першому показали першу серію? Первым показали своему окружению, людям, которые... Это было как показ, да. Який закрытый, чи як, чи це ви зробили там с телефона, чи в яким... В семье, да, в семейном да, круг, потому что люди, которые минимум задействованы в кино, они могут дать свою какую-то оценку, свою нейтральную, да, вот, потому что мы пока это сделали, глаза уже там настолько привыкли к проекту, не замечаешь каких-то погрешностей. Були правки якісь, критика була? Да, было много. В первой версии у нас даже не было, то есть трейлерный формат предполагает, что есть еще какая-то озвучка сверху. И первую серию мы крутили с озвучкой, без озвучки. И мы, чтобы ты понимала, мы смысл фраз от первого текста до последнего было, наверное, 5 редакций или 6 редакций текста. Потому что мы спрашивали, ну что-то понятно, непонятно. То есть хочется зацепить. А смысл такой какой-то размытый чуть-чуть. И мы вот максимум вот в пучок сгущали это все. Да, очень много таких было отзывов непонятно. И вы заявляете Украине будущего. Ну, это было главное, так? Что что-то не зрозуміло. Это был главный момент, про який казали глядачі. Первый, да. А второй, это нужно было как-то зацепить еще больше. Вот еще больше. И тут вот у першій версії все ж таки цього не вистачило, так? Да, не хватало. Да. И вот маса редакций. Чи багато було переробок після перших переглядів? Да. Много. Даже не могу сказать, сколько. Коли вже готовий перший ось цей міні-фільм, назвемо його так, вийшов у загал в інтернет, які відзиви були тут в Ютубі? В основном отзывы были такие, что людям очень интересно, что происходит. Даже нашему другу, вот Сереже Тургуду из Москвы ребята писали, что серьезно, круто, дайте посмотреть, интересно. Но единственное, что общее осталось, это то, что картинка противоречит идее. То есть... Да, в идее мы говорим, что Украина должна быть первой, и люди как бы хотят увидеть эту очекуйте сверхдержаву, да, а здесь, ну, непонятно, нет, да. Человек бежит куда-то, а этим мы создаем такую завязку, интригу, чтобы люди могли подумать, что же будет дальше, да, что будет в следующих эпизодах. Да, чтобы им интереснее было смотреть, то есть мы раскрываем идею поэтапно, чтобы было более... Более драматично, более эмоционально, более интересно. И, как я уже говорил, мы в каждой серии оставляем за собой интригу. Ну и тем больше цікаво, что, я так розумію, будет 5 серий? Да. По одній хвилині? Да. И от за 5 хвилин з першою, з такою незрозумілою, якийсь ліс, поле, да. У вас вже є картинка в голові, що буде у 5? Є сценарій, да. Є сценарій, да. У нас є прописаний сценарій на 4 серії точно. Вот. Чи може бути так, що зміниться п'ята серія? Ну, от, що може бути неочікуваний навіть для вас фінал? Думаю, що ні, тому що п'ята серія, вона буде розказувати іменно о том, як ми к этому прийшли. Як у нас це вийшло. Як у нас, українців, да, вийшло. Тому що слоган нашого фільму «Дива не було», його створили ми. Тобто, щоб у людей не було ложної надіжди, що прийшов якийсь дядя, або от так от раз, і все відбувалося. Нет, нужно будет работать. Ukraine How, до речі, поговоримо про назву. Як перекладається і що означає в такому контексті? Що ви хотіли цим сказати? Ми Ukraine How, то есть означает Украина как. То есть как мы это сделали? Как мы этого достигли? Но название мы взяли из международного украинского бренда. Кто знает, сейчас Украина имеет бренд, который сделали в этом году, называется Ukraine Now.
Его сделала киевская компания Banda Agency, за что им, кстати, большое спасибо. Отчасти и они нас вдохновили на это. Вот. И мы решили, раз уже Украина имеет какой-то бренд, и мы решили сделать нечто созвучное. То есть есть Ukraine Now, мы сделали Ukraine How. И это, в принципе, подошло под нашу концепцию, да, как мы это сделали. Очень хорошо, как бы так, да, сложились пазлы. Бренд Украины сейчас, который создан для того, чтобы привлекать инвестиции в страну, он очень вдохновляющий. То есть Украина показана с более чем светлой стороны. А мы решили шагнуть еще дальше, некий такой, если так можно сказать, создать некий креативный патриотизм, да, чтобы, а мы уже там, да, мы не встаем, а ми вже там, ми лучше. Як ви вважаєте, завдяки чому цього можна досягти в реальності? Я вважаю, що от реально чуда не буде, нам придеться просто відповідально поработати. Ну, до речі, це класний слоган, да, що дива не буде, ми створили його самі. Це, да, можна взяти як національну ідею, мабуть, навіть. А часто ми її вискажемо в наших серіях, ту, яку ми вважаємо правильною. Ну, по-чесному, якщо там люди согласні їхати в Польщу і працювати по 12 часов з одним вихідним, або більше, чому б не зробити це тут? Тобто, заробляти, може бути, так же, чи чуть менше, але реально вкалувати 12-14 часов в сутки для того, щоб підняти вот на власну економіку. Да, свою економіку. Що чекає на глядачів у наступних частинах? Я думаю, ми можемо показати за кілька хвилин бекстейдж зі зйомок. Чи не буде це розкриттям секретів? Ні, то ми всі бекстейджі строїмо так, вони не видають. Не видають. Ще більш підігрівають інтриг. Ну, да, можна так сказати. Давайте подивимося, а потім ви розкажете про те, що ж буде далі. Дивимося бекстейдж з другої частини, так? Правильно? Да, вторая серія. Другої частини проєкту Ukraine How. Сереж, привет. Привет, привет. Что у нас уже? Бэкстейдж пошел? Да. Что скажешь? Кошмар. Как хорошо, я чувствую себя собакой. О. О, теперь ты хорош, да. По-моему, вот так надо делать грим. Да, хорошо. Я бы масло оценил. А можете еще чуть-чуть назад? Ох, эти режиссеры. Садисты они все. В душе. Я думаю, в этой профессии идут люди, которые хотят поиздеваться над другими, еще и с умным видом, чтобы все выполняли один в один. Это неправда. О, хорошо. Хлопці, кілька слів про те, що відбувається, чи законно взагалі те, що ви робили всі ці дії. Надіюсь, так. Да. Законно, законно, так. Да. У вас юрист штатний не працює. Ні, законно, так. Опять-таки, повторимося, нам допомагають люди точно так же з доступом к различним локаціям. І за це їм большое спасибо. Да, все. Коли очікувати другу серію? В течение двух недель. Там предполагается 20 секунд серйозного моушн дизайну, поэтому. Треба час. Да, нужно время. Ну і в мене ще є декілька таких блиц опитування невеличке. Від вас коротка відповідь, перше, що спадає на думку. Хорошо. Для мене Україна це страна, де я хочу жити. Майбутнє. Улюблене місце в Україні або у Кривому Розі. Не могу сказати. Реально. Крим. Я соскучаю просто. Крим, да. Сергій, чому не можеш сказати? Тому що їх багато чи... Їх много, да. Я люблю, в принципі... Ми як-то з жінкою путешествовали, і я зрозумів, що мені везде подобається по Україні. Ну, це реально класна країна. Усюди цікаво. Да. І запитання. Я пишаюся тим, що я українець, тому що... Тому що в мене є можливість зробити вклад в те, що в наше розвиття країни. Тобто у нас є можливість. Аналогично. Я тоже сразу в голове возникла возможность. Потому что есть возможности творить, показывать. И, да, это вот. Хлопці, я вам дякую за те, що ви такі класні, креативні, за те, що вірите у світле майбутнє. Головне, намагайтеся творити його власне своїми руками. І ще одне. Наташ, ну, інтрига на останок. Так, весь так. Ефір ми тримали це під столом. Да. Ми создали футболку спеціально з брендированным постером Ukraine How, и мы его дали первому городскому телеканалу, но с условием.
что, Наташ, лично ты сфотографируешься в этой футболке с нашим хэштегом «В мокрой футболке». Ось це вже цікаво. Тобто я маю десь викласти своє відео, як я виливаю на себе воду. Я так зрозуміла? Да, станеш нашим секс-символом. Добре, будемо намагатися. Спробую. Це досить неочікувано, але дуже хочеться потрапити у кіно, можливо. Тому, хлопці, дуже дякую. Все зроблю. Ну і що? Сьогодні в гостях у проєкту «Вечір п'ятниці» були креативні, як ви бачите, дуже винахідливі та цікаві люди. Це режисер Сергій Гусятник, а також оператор Антон Вакленко, автори ідеї проєкту «Ukraine How», проєкту про те, якою може бути і вже є наша рідна Україна. Друзі, в студії працювала Наталя Болзанська. Я дякую усім за увагу і до зустрічі на Першому міському.